Та-дам! Starbucks! Пойдем, проведем небольшую экскурсию по Сильвия Парку. Пойдем, ты впереди, я за тобой. Мы уже немного закупились. Мы купили одежду, мы купили мелочи всякие новые. Мы купили коврик для занятий. Я планирую все-таки заняться йогой. Либо просто пресс покачать вечерами. Да, я, кстати, у меня был соблазн купить такую штуку для решения пресса. Такой ролик с двумя лопатами с двух сторон, знаешь? Да? Да, но он $12 стоил, я подумал, что... Устроимся на работу и купим себе ролик для... Ну, там тогда будет очень так. Для пресса. Вот такое оживленное место. Сегодня выходной день, еще раз повторюсь. Людей очень много. День праздничный день. Да, в понедельник у нас получается выходной, потому что у королевы день рождения. Интересный магазинчик, я сюда зашел, возможно, увижу. Да, мы в поисках крепления на руль мотобайка. Ой, а что такое? Ух ты, игровые карты. С Хогвартсом? Ой, боже мой, как, сколько они денег на этом Хогвартсе делают? А смотри, смотри, смотри. Не, это... вот так посмотрите. Да, это как летающий мяч, да? Хеллибол? Снич. Снич, да, да, смотри, да, да, да. Эти, как только называют? Он крупноват. Он был поменьше. Зато он летает. О, смотри, это для бильпонг. Это игра, когда ты наливаешь пиво, и если ты попадаешь, то ты выпиваешь. Какая милота. Это что? Для любителей, для любителей звездных войн, да? Ух ты, смотри. Да-да-да-да-да. Извините. Платиновая книга рецептов от Snoop Dogg. Слушай, это идеально. Но вот это вот его фотография, конечно. Сейчас попытаюсь найти снова. О, божественно. Смотри, есть такие вот держатели на телефон, то есть сзади тебя цепляем, и в принципе он у тебя держится. Эта штука. А сколько рацион есть? Я взяла. $12. Ну, не дешево. Да, говорят, на Алиэкспрессе они стоят копейки. Слушай, я думаю, с Хогвартса можно будет взять скотч, смотри. А. Такой небольшой обзор, спонтанный, этого магазинчика получился. Какие тетради крутые. Да, все очень оригинально. Одни ручки, карандаши, чего стоят? Вы посмотрите. Так, я возьму ламу. Супер. Гаечный ключ. А где писать? Вот он, наверное, да. Класс. Короче, как вы могли догадаться, детей воспитывать здесь, наверное, будет очень тяжело. Очень много разных штучек, которые хочется купить. Ну, мечтай, только делай. Вау. Угу. Микрофон для душа, динамик. Тут соседи, извини. Соседям было хорошо. С кокосами класс. Наверное, мой размерчик. Потому что я себя просто заставляю здесь пить воду. $13. Интересненько. Вау. Сколько здесь литров?
Yes. Сколько? Эть. Не вижу. Смотри, какой блокнотик. Да, убийственный ходей. Ну-ка. А, вот так? Классно. Угу. Ой, смотрите, формочки бриллианта. Единорожку вам. Антистресс. Да. О. А вот человек здесь стоит. Угу. Интересно. Да. Той истории. То есть это, в принципе, сейчас только вышел фильм. Сразу же пошли подобные форматы. Может быть, реклама? Вряд ли. Go next? Yeah. Very beautiful Marvel. Wow! Комиксы. Uh-huh. Это как обложка. Avengers, это Мстители. Yeah. Вот такой спонтанный обзор получился на этот магазинчик. Так, ну что ты еще расскажешь? Ой, а что рассказать? Торговый центр большой, изначально он показался маленьким. Да. Но все немного изменилось, он состоит из нескольких частей. Угу. В том числе... Зара. Часть в открытом пространстве, на улице. Это напомнило мне Таиланд. Да, 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 да. Там тоже было подобное. Формат строения. Полагаю, достаточно невысокий, но обширную территорию имеет. Вот, что меня еще сегодня удивило, поразило, наверное, это я увидел людей, которые ходят в куртках достаточно теплых и в шортах. А я видела людей, которые босиком ходили вообще. Да, то есть, ну, как бы вот этот контраст, то, что в куртке и в сланцах, и в шортах, он бросается в глаза. Что это у нас? Прочитай-ка, Никит. А, это сложно, это на языке маори. Да. А нет. Да. Carp on the strong of the river. Мариочуаку. Маори колд. Короче, это знаменитый камень маори, называемый Марутуаку. Вообще, это какой-то мемориальный камень. Ладно, идем дальше. Вообще, конечно, местные жители, именно коренные, те, которые жили здесь еще до приезда, как сказать, люди из Англии стали колонией потом. Слушай, мне интересно. Всемирный день молока, ура! Так вот. Эти народы, именно коренное население, очень интересные, как своей внешностью, так и своим языком. Sorry? Ну, я сейчас по-русски разговариваю. Про майори. Что ты знаешь про майори? Я не очень много знаю.
Ну да, это племена. Ты знаешь, что они ели людей, что они съели кука. Такое самое шокирующее. Ну, это, собственно, нация, которая населяла изначально Новую Зеландию. Да. Сейчас же люди, которые здесь остаются жить, то есть это те же самые мигранты, они впоследствии себя называют киви. Да. То есть киви и майори — это, по сути, разные люди. Киви-акцент — это на сегодняшний день признан самым, как сказать, милым, самым приятным в мире акцентом английского языка. Наверное, британские ученые сказали, да? Не знаю, это вот по статистике. Так, ну ладно, в этом, значит, центре актуально. Раздают бесплатное молоко. Вау. Здесь есть очень два больших магазина. Да? Ну-ка, расскажи. Каких? Верхаус, да, и где мы сейчас были, и Покансейх. Покансейх, потом мы идем туда. По консерве говорят очень самые дешевые продукты. Мы, наверное, одну на двоих возьмем, да? Нет, мы одну на одного возьмем. Хорошо. Вот какая. Ну давай, наверное, прервемся. Да. Выпьем молочко. Следующий кадр будет, когда мы уже попьем молочко. Всем пока!